почти все. Девочке стало не по себе. Вдруг ниоткуда она услышала шаги. Тяжелые шаги. Это точно не ее мама. Она спряталась в шкаф в своей комнате. «Доченька, ты где?» — спросил женский, до боли знакомый голос. «Доченька, ты где?» «Мама!» – подумала девочка и хотела... Что-то заставило ее остановиться. Голос. Этот голос совсем не родной. Девочка зажала ладошкой рот, когда это появилось в поле зрения. «Доченька, ты где?» Слезы потекли по ее щекам. «Только не смотри в шкаф!» Вот что крутилось у нее в голове. Но словно как по желанию, оно повернуло голову в сторону девочки.